Всех приветствую на моем канале, меня зовут Верника. Сегодня будет видеорасклад для страны Гаити. Давайте вообще посмотрим, что будет происходить в 2024 году в этой стране. Ну, я как понимаю, что по новостям вот сейчас проходит информация в этой стране, что там какие-то вот беспорядки. Давайте вообще посмотрим, да, что вообще может быть, да, и что будет происходить. И что вообще покажут карты, покажут они, не покажут. Может, какая-то, допустим, даже как гражданская война, да, что вот, ну, такого плана, может, это покажет. Так, давайте, что вообще на данный момент происходит в стране Гаити? Покажите. Так, на данный момент страна Гаити, что вообще происходит? Ну, сразу же у нас показывает, что, видите, такое вот неустойчивое положение, да. Это может быть связано, во-первых, с финансами, во-вторых, видите, народ, да, он как переживает, да, больше за финансы, вот и за свое вообще положение в обществе. И почему-то я думаю, что вот тут какой-то вот мужчина, он как-то, видите, в таком вот положении находится, как вот бывает... Люди, которые скованы по рукам и ногам. То есть, может, даже какого-то как заложники, да? Как-то вот у меня такая вот информация идет. И вообще, видите, в стране очень такая вот трансформация, перетрансформация, перезагрузка происходит на данный момент. Там еще Гаити, да? Давайте еще посмотрим, что вообще там происходит на данный момент. Ну да, видите, какое-то вот такое подвешенное состояние страны. Какие-то, может, опасения, да. Вообще, вот это вот дьявол карта, я еще, да, ее трактую. То, что связано с, у нас с огнем, да, какие-то вот зависимые все-таки положения. Я, скорее всего, думаю, что этой стране будет предложена помощь со стороны других стран. Потому что, видите, у нас карта мир выпала. И видите, предложение, да, четверка кубков. То есть это вот на данный момент вот у населения, я так понимаю, что очень какие-то большие страхи, вот, по поводу даже, может быть, какого-то вот примирения, да, то, что вот не происходит вот этого примирения, они как-то, видите, разочарованы и вот очень сильно боятся. И вот у нас еще вот эта вот карта выпадает. Это у нас карта вообще воров, каких-то вот преступников, да. И вот я думаю, может быть, то, что вот еще связано вот с ними как-то, да. Вот смотрите, да, тут еще башня. У меня почему-то сразу же как бы связано с тюрьмой. То есть какие-то вот события происходят именно вот в тюрьме, да. И как-то вот страхи больше, вот, может быть, даже вот за эту тюрьму, за этот казенный дом, по, ну, вообще по этому поводу. И я так понимаю, что в стране сейчас происходит какой-то вот раздел, да, потому что, видите, тут две женщины делят младенца. И я думаю, что вот как-то вот надо на это сейчас обращать внимание особое, на эти события, которые происходят. Так, давайте вообще, что дальше, да, будет до конца 2024 года в Гаити происходить. Так, еще, наверное, еще другую колоду доложу. Так, 2024 год, что будет происходить в Гаити до конца года. Вот смотрите, вот на дне у нас опять-таки справедливость. То есть до конца года все-таки будет какая-то вот в процессе дележка происходить.
даже какие-то вот могут быть у нас разрушения, да. Если вот видите, тут у нас на карте нарисовано здание разрушено. То есть вполне возможно, даже какие-то вот здания будут разрушены. И почему-то я думаю, что вот может часть населения, да, она как-то вот постарается уехать. Потому что видите, у нас шестерка тут. То есть у людей, видите, у них вообще такой вот стресс. Еще вот эту карту называют, как люди убегают от поражения. То есть период вот этого вот поражения, которое произошло, они будут все-таки восстанавливаться медленно, да. Ну, вот смотрите, я вот как-то вот... Вот эта карта, у меня сразу такие ассоциации идут, что вот они вот пытаются сбежать, да. Ну вот видите, вот это вот поражение все-таки настигая, да, несмотря на то, что вот они хотят убежать вот от этой ситуации. Но в итоге смотрите, к чему, да, приходит все-таки к стабильному положению император. Император — это вот вообще у нас правитель, это у нас власть, вообще стабильное положение, да, то есть и вообще в целом, допустим, когда вот мы говорим про какие-то даже природные явления, это все-таки у нас отсутствие вот каких-то вот природных стихийных явлений. Даже вот сама, видите, земля, она в таком вот устойчивом положении будет. Видите, как черепаха стоит на своих четырех лапах, и также вот страна, она все-таки придет к этому достаточно быстро. Я так понимаю, что где-то вот в этой части, в южной страны, это будет первое, да, что вот будет стабильность в стране, то есть как первостепенная, да. То есть в остальных частях страны я пока сказать не могу. Именно вот первая стабильность будет именно вот там. Так, давайте еще, наверное, доложим. Другие у нас карты вообще что покажут. Такая есть, у меня такая колода, она более такая оракульная. Вообще мне интересно, что покажет. Так, вообще, а что будет в Гаити до конца 2024 года? Гаити. Что будет происходить до конца 2024 года? Так, и что на данный момент, да, происходит? Так. Так, что на данный момент? Ну, я так понимаю, что они все-таки запутались в ситуации, да, которая вот у них вот сейчас в стране. И вот, видите, им все-таки нужна помощь. Как вот эта вот черепаха запуталась в сетях. Видите, она, ей сложно будет самостоятельно освободиться от этой сети. И я так понимаю, что все-таки будет, наверное, помощь. Потому что у нас еще тут выпадают, кстати, карты вот колесо фортуны. И вот в течение, наверное, полугода как-то вот ситуация должна стабилизироваться. И видите, на кону какие-то вот, может, даже деньги, да, либо какие-то вот ожидают выигрыш, ну, какая-то как структура, да, если мы будем так называть. То есть на кону что-то стоит. На кону все-таки поставили какую-то вот часть и вот ждут, чтобы были результаты. Это я так трактую. И я так понимаю, что все-таки будут применены какие-то знания для стабилизации ситуации. Так вот, до конца года, вот смотрите, у нас тут еще такие карты выпали. Это у нас все-таки будет какая-то вот соревновательная, да? Видите, две противоборствующие у нас силы. И, скорее всего, вот они как-то будут между собой бороться и как-то вот сталкиваться между собой.
И я так понимаю, что ну все-таки они к концу года, да, вот все-таки будет ну такого же более-менее умеренное, да, положение в стране. И опять-таки вот еще смотрите, вот эта вот карта мне напоминает, видите, такого как кукушонка, которого кормит мать. То есть кто-то даже вот на этой ситуации вообще все, я так понимаю, что наживается в стране. Со временем, видите, когда кукушонок вырастет, он все равно покинет вот это вот гнездо. Я так понимаю, что то же самое произойдет там в стране. То есть ситуация все равно придет к своему исходному началу. Я надеюсь, вам понравился мой расклад. Подписывайтесь на мой канал. И всего доброго и до свидания.